немножко на голову. Риота Тори, захват Риота Тори, он в будущем, эта атака может рассматриваться как вот эта атака Риота Тори как основа для двойной атаки, ударной двойной атаки. Не для одной, а удар. Потому что, и поэтому, смотрите, часто преподают, в нашей школе переходим, захват идет для ОМОТ в одноименную позицию. Но идет сначала, смотрите, с одной руки. Когда мы делаем уже как упражнение, то практически партнер берет две руки. Но надо в голове понимать, что происходит. Сначала идет одна рука, я предлагаю вторую, и он меняет ко мне, выходит вот в эту позицию. И отсюда мы делаем ОМОТ. Для ура, сейчас специально с этой же, пам, пам, и мы меняем ханми. Мы сами переводим в разноименные. Не он берет в разноименные. Неудобно брать, вот смотрите, вот я стою. Как ему взять в разноименную? Возьми Риота Тори в разноименную. В разноименную. Вот так. Да. Если я нормально стою, вот смотрите, что происходит. Как ему еще взять? Вот моя ханми, это айкидошная ханми, вот он. Вот, в разноименной возьмите Риота Тори. Показывает, что надо ему дать, а зачем мне надо давать эту руку? Понимаете? То есть, поэтому происходит, раз, и он обходит. Я. Раз, два, вот. Вот моя атака. Раз, два. Если будет раз, его действие отсюда идет атака. Я эту руку в атаке немножко перехватываю, чтобы мне дальше атаковать уже с другой линии, не с этой. Это уже второе действие. Раз действие, атака. Два действия. Когда мне партнер выводит меня на ура, он стоит с этой же позиции. Я раз, и он два. Вот он, а я атакую отсюда, а он уходит уже в ура, в зону. И делает шихонаге. То есть на втором движении он делает раз, и мы выходим. Вот мы в разноименные. Но это получилось вторым движением уже, и я сознательно вывел в эту позицию. Смотрите, на ура. Раз. Но вот это. Раз, и я уже сразу вхожу. Использую его, вот это перестроение. Вот. Вы поняли? То есть тут немножко это Риота Тори, это уже четвертый кью, там уже взаимодействие. И это тем более шихонага ундо, чтобы у вас был запас энергии партнера, движения партнера. А не то, что он подошел, встал, взял вас, и вы отсюда начинаете, а он хороший статичный, он уже вас готов ударить, потому что он немножко угол делает для атаки. Ну, чуть-чуть поздновато. Да, можно, когда мы делать так, но уже можно и попробовать работать динамически. Мягенько, плавненько с партнером.